С 9 декабря жителям и гостям Чашнинского района станет удобнее добраться из Орши до райцентра, а со станции Чашники до Лепеля. Назначен новый поезд бизнес-класса «Орша-Лепель», который отправляется ежедневно со станции Орша-Центральная в 11:37 и прибывает в Лепель в 13:40. При этом он делает одну единственную остановку на станции Чашники в 13:09 и ровно через минуту в 13:10 проследует до конечной. Время на поездку будет сведено к минимуму. Так из Орши до Чашник вы доберетесь чуть более чем за 1,5 часа, а из Чашник до Лепеля за 30 минут. На региональной линии появился и обратный поезд бизнес-класса «Лепель-Орша». С легкостью быстро можно добраться из Лепеля до Чашник, а затем из Чашник до Орши. Из Лепеля поезд бизнес-класса отправляется в 15:56, останавливается на станции Чашники в 16:28 и отправляется в 16:29 в Оршу, прибывая на конечную в 18:11. Билеты можно приобрести в кассе железнодорожного вокзала Чашники предварительно, то есть заранее, либо в день отправки. Но помните, за 5 минут до отправления поезда продажа билетов прекращается. Стоимость билета из Чашник до Орши и из Орши до Чашник составит 3 рубля 66 копеек. Из Чашник до Лепеля и из Лепеля до Чашник 2 рубля 78 копеек. За поездку Орша-Лепель, либо Лепель-Орша придется заплатить 4 рубля 1 копейку. Для удобства граждан к поездам подходит городской автобус, который отправляется в 12:40 и 15:45 с автостанции города Чашники к поездам, которые следуют в 13:09 и 16:28 соответственно. Скоро Новый год, и хорошо, что появилась возможность навестить родных и близких в ускоренном режиме.